или же некое то состояние, которое не подвержено огню. А возможно, это снег, возможно, это лед, возможно, это что-то вечной мерзлоты, и мы с вами включаем образ. И после того, когда мы с вами включили образ воды, а стихия воды тушит огонь, то мы с вами можем для начала посмотреть, как работает образ, поднести зажигалку или спичку к руке, также подержать руки над огнем, также подержать стопы, ну и, конечно, в психофизических тренингах очень главной является сила духа, вера, молитва, и ни одного сомнения не должно быть. А теперь, после того, как мы с вами сделаем подготовительные упражнения, мы пройдемся по углям и посмотрим это все на практике. Пошли. День начался сегодня, как всегда, рано, с 5:30, и мы выдвинулись на источники целебные, были в нескольких местах, сравнивали один источник с другим, были на месте силы, были около деревьев, которые тоже энергетически были насыщены, были около